Продолжаем подводить итоги семинара. Уж очень он получился продуктивным, очень много конкретных, существенных вопросов, на которые действительно необходимо получать ответы. При создании пары, при гармонизации отношений с существующей парой, порой возникают вопросы с детьми. Самая большая ошибка – пытаться сохранить существующие отношения рождением ребенка. Причем этой ошибкой грешат как мальчики, так и девочки. Поэтому, дорогие мои, не надо входить в зачатие, если у вас негармоничные отношения. Вы, во-первых, человека никоим образом не привяжете, вот, а привязывать вообще никоим образом не стоит. Вы не упрочните эти отношения. Они все равно у вас развалятся, если они на таком, в таком состоянии. Поэтому вначале надо их сгармонизировать, вылечить, исцелить, а потом уже призывать в свою жизнь деток. И никак иначе. Потому что когда на гнилом фундаменте строится здание, оно развалится однозначно. Поэтому будьте мудры, не спешите. Этот факт не сыграет никакой роли. Это труд. Это труд, который обязательно приведет к успеху. И вы, конечно, имеете право и шанс либо исцелить существующие отношения, либо создать новое, когда исцелены все предыдущие. И когда вы вошли в фазу гармоничной пары, когда вы создали ее, конечно же, нужно подумать по готовности обоих о призыве деток в вашу жизнь, тогда, когда вы готовы. Будьте счастливы, мои дорогие.